На встрече с журналистами международные наглядальники отмечают, порушение у законодательства в ходе выборов яны не зафиксировали. Выборщий процесс проходил на высоком уровне, подкресливают профессионализм сотрудников выборкама, высокую явку и сладженную работу службов, которые обеспечивали проведение выборщего процесса. По особистых уражениях наглядальники от СНД кажут, выборы в Беларуси – это свято, и проходит яно традиционно у доброзычливой и спокойной атмосферы. У нас нет никаких замечаний к проведению процедуры. Выборы, безусловно, легитимны и проведены очень на высокой профессиональной организационной основе. У нас было время очень внимательно ознакомиться с работой участков, беседовать с людьми, причем с любым человеком, который находился на участке, начиная от руководителя, секретаря и членами избирательных комиссий. Беседовали с людьми, с избирателями, выезжали на там, где были голосования на дому, никто никого не заставлял ничего, как там голосовать, за кого голосовать. Высочайшая организация на всех участках. И следование букве закона во всем. Агитация, стенды, информация. Такую высокую оценку отрымать было непросто. За 3 месяца у регионе зроблена великая работа. На 17 округах створена больше за 1000 выборчих участков. Кожны уладковали у отповедности законодавством и потребованиями безбарьерного осяродия. С больше как 80 претендентов стать кандидатом у депутаты до голодного дня дошли 65 человек. Пераможцами стали 17. Серед их 5 жанчын, 1 представник политической партии, 7 человек обрали на черговый термин. Конкурс на округах складал от 2 до 5 претендентов. И каждый переможца может уверенно занять депутатское кресло. Победители во всех 17 округах получили, значит, более 50% голосов избирателей. Несмотря на то, что сегодня порог вот этот 50% отсутствует, а победителем признается, значит, кандидат, получивший прямое большинство голосов избирателей, выборы прошли за явным преимуществом, то есть тех или иных претендентов. Згодно с даденными областной выборшей комиссии, удел в выборах на Гомельщине приняли свыше 800 тысяч человек, ти 75% выборщиков. По оценках специалистов, гэты показчик говорит об высоком интересе громадян до политичного життя краины. Настасья Кучинская, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель».